снова солнечный вечер. 8. Что? Я к тебе сегодня не приходила? Да? Ну, давай. Нюхай, улыбайся. Давай, закидывай голос. О, молодец. Улыбак. Да, верблюд, улыбак. Ой, боже мой, в первый раз. У стоматолога давно был? Ну? Улыбайся. Вот так. Красивый. Только косит лиловым глазом. Кот обалдел. Да. Нюхать еще будем? И Маргоня такая. Добрый вечер, скажи. Ну, давай. Улыбайся. Марго тоже кошки испугала. Нежданчик. Маргоня, я ничего не принесла? Ну, свои. Улыбайся. Вот, молодец. Зевай. Несут ужин. Ой, Марго. У тебя прямо брёвки такие, реснички. Что вы, что вы? Вселенский кипиш. Угомотрил. Принесли ужин, а в дом их не пускают. Сейчас запустят. Еду разложат. Ты ко мне? Вожак только такой. Ой, ты вообще. Что такое? Дверь закрыли. Кипиш на производстве. Пошел, вожак. Поверил. Кипиш, кипиш, кипиш. Ужин, ужин. Такое небо сегодня. Мишек не вижу. Все мишки, наверное, решили лечь в спячку. Знают, что в парке, благодаря крымским ветеринарам, скоро будет режим экономии. Решили залечь в спячку. Только малыш. Тут. У вас ужин. Не буду мешать. Не буду. Пойду дальше посмотрю. А вы чего не ужинаете? Шакира, это... Чего не ужинаете? Охота, охота. Где ты? Рыжий хвост. Пойдем посмотрим. Шакира. Как там у нас? Ты опять Ллойда загнала внутрь. Миледи. Ты скандалить когда прекратишь? Миледи. Там Ллойд кушает внутри. Слышу хруст. Это он тебя не пускает. Ты его гоняешь, а он тебе еду не дал. Пусть в следующий раз думать, как шипеть на мужа. Сейчас хороший мужик на дороге не валяется. Только дома на диване. И шотландцы кушают. И тут все ужинают. Да, принц? Мой красивый. И барон ест. Девчули. Девчонки. Коняки.
Коняки вы толстые. Идите тоже кушать. Мы пойдем дальше. Времени мало, солнце садится. Всех нужно проведать. Ой, какие сосны замечательные. Где не станешь, все бегут общаться. Все скучают, да? Муфлоны. Муфлоны считаются самыми маленькими из горных барашков. Да. Человек приучил муфлонов 10 тысяч лет назад. Грифы. Именно те самые падальщики, которым скормили говядину, из-за которой с истекшим сроком годности для людей, из-за которой и закрыли парк Львов-Тайган. А ну-ка, что у нас написано, допустим, про грифа, если у нас не знает Иванов, не знает Тушина. Так, в природе питается преимущественно падалью диких и домашних животных. Занесен в Международную Красную книгу. А тут что? Питается в основном трупами павших животных. Но может и охотится на мелких млекопитающих. То есть, может охотится, может не охотится, но питается трупами павших животных, товарищ Тушина. У черных грифов такой желудок, который может переработать, не может переработать, только камни. Это специально падальщик, санитар леса. И ему ваше свежее мясо даром не нужно. Для него даже это мясо, эта говядина, которая была абсолютно такой красной, красивой, в брикетах. И то, если бы ее кинуть, эту говядину, где-нибудь на неделю, вот тогда это был бы деликатес протухший. Потому что грифы с высоты своего полета, они чувствуют, ой, посмотри, как красиво, солнце в лучах между ветками, лучи солнца. Они чувствуют, грифы, одну молекулу с высоты на несколько километров. То есть, если в воздух попала только одна молекула протухшего мяса, гриф-падальщик ее почувствует. Ну и здравствуйте. Я не поняла. Твое второе имя что, неприятность? Теперь ты залез. Я тебя так и буду звать, ходячая неприятность. Это точно ты. Когда все в домике с мамой зашли, ты как залез? Тебя что, опять спасать? Ты посмотри, вас опять не несет. Вылазь давай. Малыш. Опа. Молодец. Посмотри, как он уже, конечно, бегает. У меня уже сердце опять опустилось. Думаю, опять он залез. А Алла, кажется, большой, что уже не вылезет. Посмотри, как он уже прыгает. Задние лапки. Как уже хорошо работают. Он их уже не волочит. Он уже даже прыгает. Нет, слушай, это вот есть, знаешь, невезучие. Вот ты, мне кажется, один из них. Прихрамывает еще на лапке, но... Иди вон, заходи через домик открытый. Васа, показывай ему, куда идти. Иди его зови в домик. А то он еще куда-то залезет. Вот ты ж ходячая неприятность. Пошла, пошла. Заходи в домик. Давай. Заходи, выходи, забирай его.
Все дети как дети. А это ж чудо на свете. Зови, зови. Ты не лялю зови, стала лицом и ждет опять помощи. Иди малыша зови. Ну, там же домик открыт. Зови давай. Сейчас будем смотреть, как его заберет мама. Неприятности продолжаются, да, малыш?